К резкому росту пассажиропотока на праздник весны готовятся и китайские авиаперевозчики. По предварительным оценкам, во время предстоящих новогодних каникул международный аэропорт Пекин-Шоуду примет более 7 миллионов пассажиров. Это значительно больше прошлогодних показателей. В этой зоне мы заменили диваны на более удобные. А для того, чтобы занять пассажиров в зале ожидания, предлагаем им попробовать себя в каллиграфии и вырезании из бумаги. Авиакомпании увеличили количество как внутренних, так и международных рейсов. Хайнаньские авиалинии планируют перевести на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году. Мы добавили маршруты из Пекина в Бангкок и Пхукет, а из Хайкоу увеличилось количество рейсов в Сидней и Мельбурн. Для полетов между крупными городами внутри страны мы задействовали 46 широкофюзеляжных самолетов. Пик нагрузки на авиахаб придется на 8 февраля, говорят специалисты. Ожидается, что в этот день столичный аэропорт обслужит более 200 тысяч путешественников.